В Магаданском областном доме ребенка воспитываются малыши от 0 до 4 лет. Таким маленьким детям требуется не только пристальное внимание, но и нужны вещи первой необходимости. В канун Нового года предприниматель Максим Титов сделал подарок дому малютки. Выражаем от лица воспитанников дома ребенка и сотрудников, выражаем большую благодарность клубу «Ротари», который неоднократно нам помогает, нашим деткам. Вот. Это очень кстати к Новому году. Это как раз те самые необходимые вещи для нас, без которых дети обходиться не могут.